учится родину защищать. Мальчишки со всей Ульяновской области прошли военно-патриотическую смену разведчик. Осваивать военное искусство ребятам помогали опытные тренеры из межрегиональной организации войск спецназначения «РОСА» и общероссийской организации «Наследие». Настоящий мужчина должен быть готов защищать свой дом и свою родину. Но с потерей начальной военной подготовки в школах, на наш взгляд, мы потеряли уникальную возможность дать мальчишкам практическую часть, которая, конечно же, применима и в мирной жизни. Не военные игры, а полноценная подготовка. В течение нескольких недель ребята учились стрелять, ориентироваться на местности, узнавали, как прокладывают телефонные кабели связи и складывают парашют. Ну и, конечно, поучаствовали в битве. Естественно, условный. Как говорят сами тренеры, страйкбол – игра на честность. То есть любое попадание шара по вам мы не сможем проконтролировать и не сможем это увидеть. Единственное, мы будем смотреть на вашу реакцию и как вы признаетесь. То есть любое попадание шара в вас – это поражение. Разделившись на две команды, ребята продемонстрировали все, чему научились на смене. Быстро бегать, работать с картами, метко стрелять и работать в команде. Анна Тищенко, Улправда ТВ.